Всем привет, меня зовут Миша 11, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Выбираем нужный нам мир. Ждем, пока загрузится. Вот. Мы появляемся... Это мой дом. Наш с вами деревня будет. Деревня жителей номер 11. Сейчас я вам все покажу. Вот этот дом. Отойди. Это дом. Дом обычных жителей. Но может здесь проживать и другие. Смотрите, здесь много красивых картин. Сейчас поднимусь. Вот здесь вот у нас живут... Сейчас забыл, как их зовут. Их зовут оружейники. Жители оружейники. Здесь у нас кроватки находятся. Сейчас мы спустимся вниз. Я вам покажу другой дом. Спускаемся по нашей дорожке. И заходим вот в этот дом. Это дом, один из самых богатых домов в деревне. Кстати, их здесь немного совсем. Сейчас поднимусь. Вот, здесь у нас находятся три кроватки, вот. И все это алмазными блоками. Здесь у нас подсветка такая. Ходим с этого домика. Да, кстати, я забыл сказать, здесь у нас живут. Здесь у нас живет. Забыл, как их называют. Эти картографы, вспомнил. Вот. Здесь живут картографы. Заходим в другой дом. Здесь живут обычные жители, по идее, но... Но здесь могут жить и лучники. Здесь есть специальные для лучников. Здесь должен был дельфинчик быть, но он куда-то делся. Да. Сейчас заходим сюда. Вот так вот. И идем дальше. Следующий у нас домик. Это мой дом. Он, это глобус. Сейчас я вам покажу, что это глобус. Вот это глобус. Так, заходим сюда. Вот здесь. Это мои котята. Вилли, Кокосик и Мила. Ну, то есть два котенка и одна кошечка. Ну, тоже котенок, но не девочка. Это колодец у нас тут. Здесь есть вот эти вот такие, ну, магма-блоки. И если не летать, то они притягивают сильно. Вот, видите? Так, ну, в общем, здесь моя работа. Вот, находится жители. Вот, сюда заходишь, открываешь с собой дверку, и вот здесь продаешь материалы всякие. Вот. Идем дальше. Так, сейчас. Вот это у нас здесь, ну, такой дом, он богатый, и там много картин. Здесь живут богатые жители. И это, ну, кажется, смотрите. Как это называется? Сейчас погодите. Ткацкий станок, во. Вспомнил. Ну, не вспомнил, а прочитал. Смотрите, тут же первые такие жители. Не будем их тревожить, пошли в следующий дом. Это банк нашей деревни. Сейчас я покажу вам, что здесь находится. Здесь находится, вот здесь у нас незритовые блоки, аметистовые блоки, медные блоки и кварцевые блоки. Здесь находятся угольные блоки. Вот. Ну, вы видите, что тут угольные блоки. Там вот здесь находится блок рудного золота и изумрудные блоки. Здесь находится целый ряд элитр и алмазные блоки. Также тут и железные. Вот этот наш склад деревни. Это бронированное стекло. Так, закрыл дверь. Да, закрыл. Сейчас сделаем сложность немирную. Сейчас поглядите. Так, настройки. Сейчас я покажу вам, если что, если вы не знаете, как сделать с мирной сложности на другую сложность, я вам сейчас покажу. Заходим
в настройки. И вот здесь у вас высвечивается сложность мира. Можете сделать легкую, нормальную или сложную. Я сделаю нормальную. Готово. И здесь вернуться к игре. Теперь здесь будет спавниться монстры. Вот, видите, там уже спавнился крипер. Вот он. Он идет к нам. Поэтому мы его должны завалить. Ну, не знаю насчет завалить. Сейчас заглянем в инвентарь, есть у нас что-то. Вот, меч на силу 5. Сейчас мы этого завалим. Нагло. Все, завалили. Хорошо. Сейчас я покажу наш пляж. Иду. Здесь такой есть спуск у нас к пляжику. Сейчас. Сейчас немного перескочили. Вот так вот. И здесь у нас пляж. Спускаемся. Здесь у нас такие своеобразные. Это тут своеобразный пляжик. Все, я делал, если что. Здесь вообще ничего не было, это все я делал. И вот, открываем. Сейчас. Открываем вот эту вот дверцу и заходим в море. Ну, как море. Я его огородил песком, чтобы жители не утонули. Тут плавает рыбка вон. И есть есть зонтики, чтобы, сами понимаете, чтобы не слишком уж. Так, и тут у нас такой проход очень интересный. И там также проход. Там у нас находится меч. Здесь у нас находится стояк, кстати, пометил блок. И вот там, кстати, я тоже пометил. Вот. Такие сверкают, видишь? Это здесь мои расположены. И там, это самая главная достопримечательность нашей деревни. Это такая огромная гора. Так, давайте-ка сделаем пока сложность нормальную, мирную, чтобы вас не затруднять. Все эти пропали. Видите? И вот здесь у нас такой расположен красивый водопад. Смотрите. Он создан природой, я его не создавал, я только тут. Вот, и это я тут пометил. В общем, вы видите, здесь это тоже я пометил. В общем, так, все. Всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, самое главное это. Подписываться на канал, ставьте лайки. Если будет много лайков, то я сниму еще одну серию с этой деревней. Ладно, давайте наберем 2 лайка. Всем удачи и всем пока-пока.